Всем привет, с вами FIFA Прогноз, самая точная программа о футболе. С вами я, ее ведущий Амир Сабиров, Глеб Нигмати, Евгений Алмазов. Сегодня у нас матч Лестер Сити против Манчестер Юнайтед. Что думаешь, Жень? Ну, я думаю, здесь явный фаворит Манчестер. Ну, он... Ну, это и коэффициенты показывают. Ну, а вот я думаю, Лестер Сити фаворит. Ну, давай взглянем на ставочки. Потому что я за него играю. Давай на коэффициент посмотрим. Ты за него играешь, но это ничего не значит. 1x ставка, что у нас предлагает. 2.89 за Лестер и 2.48 за Юнайтед. Так, Винлайн. 2.91 за Лестер. 2.40 Манчестер Юнайтед. Ну, здесь Юнайтед больше фаворит у них. Ну, кстати, вообще, безусловно. И вот фонбет у нас получается... Фонбет особо различий-то тоже нет. Да, тоже вот фонбет. У Лестера 2.95 и у Манчестер Юнайтед 2.40. Угу. Здесь еще меньше верит Лестер. Здесь еще меньше верит, да. Ну, вы сами как думаете, ребят? Кто выиграет? Я сказал, Лестер выиграет. Лестер, ну... Мне тоже кажется, что Лестер, потому что играет Амирка, а он играет, у него стаж больше. Не знаю, посмотрим. Ну что, поехали? Поехали. Давай. И комментатором у нас будет Глеб Нигмати, да? Ну, конечно. И разбирающийся в футболе. Поехали. Так. Лестер болит ничем сразу. Поехали. Все, ты у меня нет ничего. Да ладно, что ты начинаешь. Сейчас, погодь. Давай. Где твоя... хваленая глубина. Так вы так, ребята, не сказали, у кого какой стаж в фифке? Фифке? Год 4, наверное, где-то. Я на третьей плойке играл. Ну, давно уже. Я слышал, Амир играл на компе, да? Ты же на компе играл. Давно не играл. Ну, все равно я за Амирку, у него стаж чуть побольше. Ну, что ты меня что-то возишь? Ну, все, вот тебе шанс. Во-во-во. Давай, вноси. Кто у тебя на воротах там? Шмельцер? Угу. Великий. Не отец его? Шмельцер? Ты серьезно? Шмихель, наверное, скорее всего. Шмельцер. Он вообще-то датчанин. Ну, это так, к слову. Ну, ладно. Ничего. Вот сейчас опасный момент будет. Ну-ка, Варди. Да. Тики-така в исполнении Лестера. Да какая ты тики-така, вот. И хорошо. Хороший был момент. Наверное, не момент просто. Давай. Дехея. Либо все. Сейчас еще пару. Вот смотри. Сейчас все будет. Смотри. Опа. Да, конечно. Так себе. Ладно. На. А играли, как говорится. Где желтый? Нет. Там твой моего задел. Все, мяч был обратно. Нет. Я поспорил, где вары? Я... Ты просто катаешь. Ну все, вот первый тайм закончился. Первый тайм, что-то скучновато прошел маленько. Играли... Посмотрим, что там по статистике у нас. Ну, пару моментов, конечно, опасных было, но... Особенно так, у Манчестера. 69. Ну, конечно, у тебя владение мячом больше. Мячом, да. Ну, я тебе говорю, это Барса. Ну, видишь, я вот в атаку пару раз проходил, у тебя отбор мяча сколько там? 4? А ударов у Женька вообще нет, да? У тебя удары-то? Ударов нет. Брат, давай-ка... я немного это... Давай-ка это... Отбор мяча 4. Нарушений пока точность. Нету. У тебя точность, конечно, мощная, брат. Точность способна. Как говорится, нет уже пока удара. Ну, все еще впереди, второй тайм. Владение мячом 31-69. Хорошая цифра, 69, слушай, брат, давай. Ну, поехали. Ну все, ну сейчас ты начинаешь, да, начинаешь? Ну все, поехали. Все. Я тебя сейчас раскатаю, смотри. Заминки не делаешь, что-то тебе? Ну-ка. Кто-то у тебя мата был? Нет. Ну, Погба. Погба? 11-й. Мата ты не сыграет. Ты не забывай, у тебя, да. А, у тебя мата сегодня не играет. Да. Нет, у меня получше будет. Хоть ты там, у тебя удары были. Давай, да. Ну кто? Ну нет, давай. нет. Вот сейчас должно. Ай! Перетянул джойстик. Слушай, да. Ой, да. Пошел. Да нет, не получше. Магуайр, Райда. Вот сейчас момент. Сейчас ничего не будет. Сейчас момент, давай. И дзюбовский удар, нет.
Урс. Этот удар может... Дюба, кстати, мог играть в АПЛ. Да. Да. Вот это нахрен. Вот сейчас есть момент. Сейчас есть парочку момент. Интересных фактов. Ну, Дюба... Это что сейчас была передача, по-твоему? Ну, у тебя вратарь хороший, правда? Да-да-да. Так, Погба бежит с мячом. Передача... Нет. Опасно, опасно. Ну, я мог, конечно, там передачу сделать, но... Так, сейчас угловой. Все, пошли, давай, под атаку. Да нет, нет, нет. 9 минут, сейчас, да? Сейчас. Давайте, парни, сейчас давайте, я тебя накрою, давайте, смотри. Давайте, давайте, парни, давай, ну-ну-ну, давай. Ага. Слушай, тебя много очень в обороне. Да, это, конечно, не такой зрелищный матч, как Барселона-Бавария. А, да, да, победили Барселону. 8-2, ну, да, да. Тоже да, заслуживает да. внимания, мне кажется. Опа. Мог. Да нет, не мог. Что, нулевая ничья? Сейчас статистику посмотрим. Сейчас посмотрим статистику. Слушай, я думал, забью. Я тоже об этом думал. Ну, давай посмотрим. 5 ударов. О, у тебя удары, кстати, появились, да? Ну да, всего лишь 2. Видишь, ну, во втором даме. По процентам не сильно. Лестер 5 ударов, Манчестер 2 удара, удары Стор 2, владение мячом не сильно поменялось. Владение 65. Ну, 35. У тебя больше стало, кстати. Ну, да. Слушай, а мы занятия не делаем? Да у меня пока игроки вроде нормально все с ними. Нормально, они уже 90 минут сыграли, а? Ну нет, у меня, правда, Фредман, я смотрю, подустал. Ладно, сейчас сделаем. Погба тоже уже не тот. Да, Томас, уже да. так бегает. У тебя Кавани, да, сюда? Ну, я прессинг поставил туда. Да! Гол. Она все-таки зашла туда. Ну сколько ты владел мячом? Ты должна была залететь? 1-0. Хороший, хороший. Ну тут без шансов, мне кажется, все. Ну смотри, еще там сколько осталось? 10 минут? Нет, по-моему, меньше 10. Марк Альбертсон. 118 минута. 118, да, кстати, 2 минуты, все. Ничего. У тебя есть время на одну атаку, давай. Да, есть, конечно. Ну, пока ты там, ну, спасибо, брат, спасибо. И еще убежим. Нет. Сейчас есть шанс. Так. Так, угловой. Просто на классе. Последний угловой в матче. Ну, нет. Манчестер, нет. Видимо, не сегодня. Все, Лестер выигрывает. Ой. Но игра была равная достаточно. Игра была равная. Игра, согласен, да. 118 минута все решила. А и все Дихей, почему? Дихей у тебя хорошо. Все почему? Потому что болели двое человек за Манчестер. Вот поэтому мы. То есть из Манчестер был, да? Да. Спасибо тебе. Ну давай стату посмотрим. 8. Ну, у меня 2 удара прибавилось. Так. Ну, у меня, конечно же. Точность ударов у меня 50%. У нас одинаковая. Точность смотри, ударов. Ну, точность передач. Ничего, в принципе, и не поменялось. Тоже почти равная. Владение 65. Все так же. Да, и 35 уже не. Ну что ж, самое главное, то, что мы сыграли вообще вот без нарушений. Нарушений не было, да. Да, вот офсайды 2-1. Ну и по угловым. Фейрплей. Травм, кстати, нет, ребят. Да? Честная игра? Ни одной травмы, ребят. Ну что, Жень, спасибо тебе за матч. Тебе тоже спасибо. Да нет, что. Как думаешь, возможен такой скот? Ну, мне кажется, да. Ну, в принципе, до 90 минут они точно могут так отыграть. Не знаю, как сложится игра в дополнительное время, но, скорее всего, преимущество будет у Лестера. То есть, мне кажется, голов было бы больше. Да, я тоже согласен. У Манчестера был бы еще один гол, наверное. Мне кажется, за 90 минут они бы накидали. Было бы нормально. Да? Ну, не знаю, равные составы достаточно. Можно так сказать. И травмы были у Манчестера и у Лестера. Мне кажется, да. Нарушения бы тоже были бы. Ну что, вот такой у нас прогноз. 1-0. Выиграет Лестер. В овертайме. Да, ну да. А мы что, прощаемся? А мы прощаемся с вами. Увидимся на следующей неделе. С вами были я, Амир Сабиров. Евгений Алмазов. И Глеб Нигмать. Увидимся. Пока-пока.